Здравствуйте, дорогие друзья. Во время ходьбы у многих, ну, кто ее активно использует, ходьбу оздоравливающую или психодинамические прогулки, возникает ощущение как бы некоего спазма такого в эпигастральной области, вот здесь вот, в зоне солнечного сплетения. И, естественно, хочу вам дать некие моменты технические по ходьбе, которые позволят этих ощущений избежать и, более того, сделать так, чтобы наоборот у вас здесь пошел разогрев, а не зажим. Вот. Подробно об этом целый есть видеоурок про чревный ствол, про кровоснабжение внутренних органов, как правильно идти, какие ведущие точки позвоночника нужно ощущать. Это третий видеоурок психодинамической ходьбы из моего нового видеокурса. А простое упражнение, которое можно дать вот так, чтобы вы им пользовались активно во время обычных оздоравливающих прогулок. Что необходимо сделать? Необходимо сразу выставить правильно позвоночник. Для этого грудь вперед, лопатки назад, свели. И когда вы идете, вы немножечко как бы идете так в развалочку, чтобы у вас еще и живот немножко вперед был. Тогда у вас разгружается позвоночник в правильное положение, вы так долго идти не сможете, потом он немножко выпрямится и пойдете уже нормально. Да? То есть у вас, но зато будет оптимально открыт вот именно зона эпигастральной области, то есть зона солнечного сплетения. И таким образом у вас будет оптимально работать диафрагма, про которую мы все с вами знаем из множества роликов о дыхательной гимнастике, о дыхании вообще, и из моего курса «Секреты правильного дыхания». Поэтому пользуйтесь вот таким вот такой хитростью. В начале ходьбы немножко откиньтесь назад, живот вперед, лопатки назад, грудь вперед, и вот так вот идите. Такая походка спортсмена, да, такая, немножко в разу, и потом через минут 5-10 вы уже немножко войдете, ощутите то положение, как надо правильно идти, и у вас будет здесь полный разогрев, раскрытие и благотворное влияние на внутренние органы. Будьте здоровы, ходите на здоровье, до новых встреч! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!